Всем привет, дорогие друзья! Сегодня в рубрике «Простое блюдо» я буду готовить суп с фрикадельками. И начнем с чистки картошки. Хочу попробовать снимать видео каждый день. Не знаю, насколько меня хватит, получится ли вообще. Вчера прогулялся по городу после работы. Ну так, что-то поснимал. Видео у меня какое-то получилось. На канале смотрите. Фиг его знает, что снимать. Уже город весь, ну, так скажем, центр я, скажем так, весь переснял, наверное. Снимать одно и то же не хочется. Давно-давно вынашивал эту мысль, чтобы снимать видео каждый день. Но порой за день так накувыркаешься, что уже не до съемок, так скажем. Ну вот. Все равно надо как-то себя пересиливать. Чтобы добиться чего-то, нужно что-то делать все-таки. Как почистил, помыл картошку. Теперь ее нужно порезать, ну, наверное, кубиками. В произвольном порядке, не заморачиваясь. Беру доску. И режу. Ну, как получается, так получается. Не крупно, не мелко. Ну, взял 4 картошки, не знаю. Может быть, это и много. Фиг его знает. Все без подготовки, экспромтом. Вот пришел после работы и решил вот супчик сделать. А то в последнее время питаюсь макаронами с сосисками, гречкой с сосисками. Чем еще? Яичницей. Ну и вот как-то так. Сегодня захотелось жиденького, поэтому варим суп сегодня. Ну так, простое блюдо, каждый справится. В общем, режу картошку кубиками. Уже, ну, поставил чайник, вскипятил его, чтобы побыстрее было. Сейчас вот порежу картошку, налью в кастрюлю, налью воды, уже горячей, заброшу туда картошку и фрикадельки мясные. Пускай варится. Вот. Ну что, погода нас более-менее радует, можно сказать. Сегодня 12 июля утром, наверное, ну где-то до обеда чего-то там капало, потом вроде как перестало, солнце пыталось выйти, но что-то как-то это, солнца особо нет, но душно на улице сейчас. Вот, душно. Дождя вроде не обещают. Так что завтра, в субботу, поеду на дачу. Поеду на дачу. И, возможно, там сниму, ну, не то чтобы влог, наверное. У меня там стоят стулья, еще советские. Советские стулья, в общем, их надо до конца зашкурить, очистить от старого лака. И у меня там дермантин остался, и что-то, ну, какую-то, короче, надо будет сделать это, мягкие сидушки, мягкие спинки сделаю. У меня там дермантин коричневого, по-моему, и голубого или синего цвета еще валяется где-то. Ну, в общем, завтра поеду на дачу,
Ну и буду заниматься стульями. Вот. Ну а в воскресенье 14 июля у нас в городе будет День рыбака отмечаться, так скажем, да? Ну и я пойду поснимаю чего-нибудь. Чего-нибудь поснимаю. Так, картошку я покромсал, много ее или мало, не знаю, но пускай будет. Будет наваристей. Вот. Картошку порезал. Пока стоит. Доску отставляю в сторону. Что нам надо? Нам надо взять кастрюлю. Кастрюлю ставим на плиту. Засыпаем туда картошку. И у меня там фрикадельки в морозилке где-то были. Вот они. Фрикадельки. Суп я не часто варю. Последний раз я варил суп, наверное, когда вы видели мои прошлые выпуски. Когда я варил суп, по-моему, с чем там я варил? С куриным филе, по-моему, я варил. Вот у меня тут, ну, скажем, 7 штучек. Фрикаделях такие закидываем шик. Так как уже говорил, я вскипятил чайник, что процесс у нас побыстрее пошел. Заливаю воды, может быть, ее мало, да нет, нормально, воды хватит. Включаем плитку на, не знаю, на девятку пока. На девятку поставлю, пускай скипит, потом уменьшу огонь. Солить. Давай посолим. Посолим, наверное, сразу, да? Возьмем ложку, достанем соль мелкую. Так, еще раз. Ну и посолим. Где-то я пол ложки соли. Ну да, пол ложки соли. Если что, потом посолю еще. Пускай картошка с фрикадельками варится. Потом я закину. Есть у меня вот такая мелкая лапша. Ну, чуть-чуть закину тоже. Будет суп с лапшой. Ну, лапша, фрикадельки, картошка. В конце добавлю зелени. Ну, чуть-чуть у нас суп закипает. Ну, в смысле, картошка. Картошка с этой самой, с фрикадельками. Еще бы морковки. Но, к сожалению, морковки у меня нет. Морковки у меня нет. А на даче уже, говорят, молодая картошка появилась. Вишня уже местами появилась. Ну, клубника. Огурчики свеженькие, небольшие, сантиметров по 10, вроде как появились у нас на даче. Вот. Ну, у нас теплицы еще там на даче. 3 штуки теплицы, так что... Вы себе налейте там что-нибудь, чаю там или чего-нибудь, чтобы не скучно было смотреть. С чаем как-то веселее, да с лимончиком. Чай с лимончиком особенно вкусен. Вот, закипело у нас наше варево. Закипело. У меня там вообще снимает? Снимает, хорошо. Я иногда смотрю не туда. Смотрю в дисплее, а не в этот самый, не в объектив. Так получается. Не привык я стоять по эту сторону камеры, поэтому иногда у нас так получается. Закипело у нас тут. Я уменьшаю огонь, наверное, ну, 5,5 пускай будет.
Вот. Закипело прям, аж закипело. Пускай варится потихоньку, а мы продолжим о чем-нибудь разговаривать. Вернее, я буду разговаривать, а вы слушаете. Недавно у меня, так скажем, крякнулся мой жесткий диск съемный, на котором у меня находились всякие фотографии с разных событий города, видео с разных событий города, ну, за 2019 год. И, как бы сказать, то, что я снимал до Вирокса, не войдет, к сожалению, в видео «Владивосток 2019», там вторая часть или какую я там снимаю уже. В общем, так, наверное, что надо? Блин, давайте еще, наверное, я засыплю сюда каких-нибудь приправ. Перчику, может, какого. Что у нас тут есть? По чуть-чуть вот так. Для вкуса. Может, еще лаврового листа, кстати. Давайте лаврового листа, если я его сейчас найду. Вот он, мне кажется. Лавровый лист. Да? Да. Можно добавить лаврового листочка, наверное. Для аромата. Для аромата. Щит. Ну, все должно быть в меру. Хватит. Все должно быть в меру. Ну вот, картошка сварилась. Фрикадельки, надеюсь, тоже. В общем, добавляю лапши мелкой. Вот этой вот. Вот так, чуть-чуть, чтобы, ну, мы же варим суп, а не кашу. Надеюсь, хватит. Так, ну, суп у нас уже почти готов. Надо добавить туда зелень. Какой-нибудь зелень. У меня вроде есть укроп и, кажется, зеленый лук. Сейчас посмотрю. В морозилке, Так, что я вижу, Так, вижу укроп. И вижу, какой-то тут у нас лук. Добавим зелени. Немного зелени, щепотку. Для вкуса, для аромата. Для вкуса и аромата. Ох, ох. Зелень дачная, своя, выращенная. Ну и в принципе, так, что у нас? Ай, руки все в укропе. Так, если у меня получится развязать узелок, то мы добавим, получается, лучка. Добавим лучка, что-то бардак сразу от этого укропа. Я лук не очень, люблю, поэтому, ну, чуть-чуть так. Витамины. Так. Помешаем. Ну и пускай 5 минут еще постоит на маленьком огоньке. И будем, ой, дегустировать. Пробовать. Помешать. Не мешало бы. Ну и, в принципе, суп готов. Суп готов. Вот такие вот пироги с котятами.
Будем пробовать. Берем тарелку. Тарелка есть. Так, где-то у нас тут поварёшка. Так, раз, два, три, хорош, хватит мне, так, выключаю огонь, вот, все, выключил. Пускай стоит. Пускай кастрюля стоит, пускай настаивается. Вот. Так, ложка у меня есть. Нам нужно отрезать хлеба. Ножик возьму. Вот этот, он слегка грязный. Ну, в картошке я картошку кромсал. Отрезаем кусок такой потолще. Ну и добро пожаловать к столу, да? Всем приятного аппетита. Ну-с, попробуем, что у нас получилось. Пипец. Легенький. Вкуснятина! Приятного аппетита! Всем спасибо, что досмотрели это видео до конца. Кому понравилось, поставьте лайк, напишите какой-нибудь комментарий.